Все боятся свободу бизнесу, и тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут. А ты сделай. А что я сделаю? Людк! А, Людк! Что? Глянь, что делается. Аналог пепсиколы. Открываем варенье. Берем пакет. Это, блин, очень по-нашему. Если у вас нет воронки или еще какого-то приспособления, вот так, завязываем. Гениально. Так, берем поудобнее. Ножницы. Вот если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть. Отрезаем кусочек. Можно побольше. Вот. И все содержимое. Свободу бизнесу. Ой. Все завалилось. Получилась хуйня. Хуйня. Уши хуйня. Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то там сапоги шьет, еще. Мы тогда безнадежно отстанем. Ну и все. Ты заходи, если что. Но точно знай, что верну. Пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гениев.